Друзья, хочу вам рассказать про свои обновки от компании Selumar. Отправили они мне ружье на обзор. Selumar Predator Rock 55. Также снарядили его катушкой, линем и поставили карабин. С данным ружьем я плавал более 2 лет, только у меня была чуть-чуть другая модель. Это Selumar Predator 55. В принципе, они ничем практически не отличаются, только цветом и комплектацией. В Роке нету насоса, за счет этого они удешевили данную модель. Давайте я вам подробно расскажу о данном ружье и его комплектации. Давайте рассмотрим базовую комплектацию нашего ружья. Полиэтиленовый чехол такой идет. Стрела 8 мм. Резьбовая. Резьба на 7. Пластиковый бегунок плюс стопорное кольцо. Три метра монолиня. Пластиковая заряжалка. Штатный наконечник с 2 лепестками. Резьба тоже 7 мм. Два зажима для монолиня. Ну и ключ для снятия заглушки заднего клапана закачки. Так он снимается. Нажимаем. Снимаем заглушку. Вот. Клапан закачки ружья. Друзья, ну давайте более подробно рассмотрим наше ружье. Начнем мы с рукояти. Сделана она из армированного стекловолокном нейлона. Имеет эргономичную форму. И наклонена по отношению к ресиверу на 30 градусов. Вот смотрите. Здесь прям видно, вот прямо ресивер идет и наклон рукояти. Что делает ружье более точным и охоту комфортней. Хотелось бы еще отметить, что рукоять не скользит и плотно сидит в руке. Также на рукояти есть отверстие для хранения ружья на весу. Некоторые подводные охотники используют данное отверстие для привязки ружья к руке. Я бы не советовал этого делать в целях соблюдения техники безопасности, так как бывают разные случаи в подводной охоте, где просто будет нужно отпустить ружье, чтобы не остаться с ним, как говорится. Предохранитель работает одним нажатием. Вперед, назад, нажали, курок не работает. Здесь на рукояти есть белая заглушка клапана закачки. Я уже показывал в начале обзора, как мы ее снимали, одевали. Ружье имеет широкую скобу, что позволяет охотиться спокойно в трехпалых рукавицах. Вот даже 2 пальца, видите, да? 7 и 9-миллиметровых. На скобе есть крепление под катушку от компании Selumar. У курка мягкий, удобный спусковой механизм. И больше всего мне в ружье нравится барабанный линесброс. Также он сделан из армированного стекловолокном нейлона. То есть очень прочный. В одном линесбросе, можно сказать, тут сразу 4. Сейчас я вам покажу отдельно этот линесброс. Вот такой. Даже если ломается один, то есть у нас всегда есть 3 запасных. 2, то есть уже остается 2. Поэтому очень надежный линесброс. Линесброс установлен вдоль ресивера, что позволяет убрать парусность линя при подводной охоте на течении. В отличие, если бы у нас был линесброс на скобе, то есть был бы такой парус, и катушку будет устанавливать не особо удобно, он постоянно будет на катушке. Ресивер сделан из авиационного алюминия диаметром 40 мм. Внутренний ствол имеет диаметр 13 мм. Базовая закачка ружья 25 атмосфер, что позволит вам прострелить любую крупную рыбу, даже сазана, более 20 кг. Крючки для намотки линя сделаны с 2 сторон. Передняя часть ствола, кстати, я хотел бы пометить, тоже сделана из армированного стекловолокном нейлона и оснащена прицелом. Надульник без пневмовакуумной манжеты. Вес ружья около килограмма, без 5 грамм. Ружье без гарпуна не имеет нейтральную плавучесть. Поэтому я бы посоветовал сделать компенсатор плавучести, либо
неоприновые, либо из пенопласта для более комфортной и удобной подводной охоты. Друзья, еще бы в комплектации данного ружья я сразу поменял бы заряжалку на безопасную заряжалку. Объясню почему. Потому что при заряжании бывают разные ситуации, и соскакивает стрела в сторону. В этом случае вы пробиваете палец себе, либо руку. В случае с безопасной заряжалкой, даже при отскоке стрелы, она уходит в сторону. Поэтому не экономьте на своем здоровье и поменяйте сразу заряжалку. Еще хотел бы посоветовать поменять мол на линь, на обычный линь. Он будет более удобен, более практичен, особенно линь с памятью. Не ставьте тонкий линь на основной, потому что он будет быстрее путаться. Здесь у нас пластиковый бегунок, но он тоже сделан из армированного стекловолокном нейлона, поэтому он очень прочный. Единственный здесь минус – очень узкое отверстие. То есть как раз-таки под монолинь оно подходит. А если брать, допустим, линь 1,5 или 1,7, вот, он уже не будет заходить. То есть будет сложно, даже если мы его сейчас немного подпалим зажигалкой. Поэтому я сразу посоветовал бы поменять бегунок на дюралевый или титановый и закрепить стрелу. Компания Selomar отправила мне сразу укомплектованное ружье с катушкой Max Reel, специально с креплением для ружей Selomar, 50 метров линя, ну и карабин. Также вы можете сами укомплектовать ружье либо такой катушкой, либо взять универсальную катушку Selomar. Крепится она на хомуты. Такие, кстати, хомуты в комплекте идут. Либо можете сделать на изоленту. С данным ружьем я охотился достаточно долго. И сейчас вы увидите нарезку моих лучших моментов. Итак, друзья, мы подробно рассмотрели плюсы и минусы данного ружья. Считаю, что в бюджетном сегменте это ружье одно из самых качественных и доступных. Хотел бы сказать спасибо компании Selomar за предоставленные обновки.